Есть такие люди, что кажется, будто бы они созданы для общения, будто у них особый талант. Везение всегда на их стороне. И продажи для таких везунчиков – это простейшее дело. Встречались ли вам такие люди? Думаю, да. Вызывало ли у вас восхищение то, как они работают? Думаю, что ответ тоже положительный. И самое интересное, что вы тоже так можете. Конечно, есть определенные влияния, талантов и способностей. Но успех – это всегда труд. Это знание и применение лучших техник. Это оттачивание мастерства каждый день. Многие знают, что делать, но не делают. Оправдывают свое бездействие, придумывают разные отговорки. Но разве это поможет достичь тех доходов, о которых вы мечтаете? Конечно, нет. И вы сами хорошо об этом знаете. Только ваши ежедневные целенаправленные действия приведут вас к блестящему результату. Дисциплина – это бесценное качество для человека, который хочет зарабатывать действительно большие деньги. Это качество сложно переоценить. Если вы не обладаете дисциплиной, то прямо сейчас поставьте цель развить у себя это качество. Собранность, организованность, обязательность должны стать вашими неотъемлемыми чертами. Вы должны стать сами себе руководителями и отчитываться прежде всего перед собой. Довольны ли вы своими результатами? Достигаете ли вы те цели, которые ставите перед собой? Ваша воля, решимость и постоянная практика помогут вам находить ответы на все вопросы, дадут силы и решимость двигаться вперед. И через некоторое время вы даже не заметите, как оно пройдет. Другие скажут про вас. У него талант, ему всегда везет, он прирожденный продавец. Но теперь вас не обманут такими речами, потому что вы знаете, что именно ваша планомерная и упорная работа сделала вас таким успешным. Вы знаете, что это не чудо, а это тот результат, который вы сделали сами. Не останавливайтесь, идите дальше, впереди самое интересное.